Сегодня мы хотим познакомить вас с еще одним уникальным местом отеля «Рикса», с которым мы проводили каждый день, с «Панорамик Бар». Нужно сказать, что такую интересную постройку мы не встречали больше ни в одном отеле Турции и Египта. И дизайнеры, придумавшие сделать продолжение высокой горки в виде стеклянного носа корабля с террасой и обзором 360 градусов на все побережье центра Хургады, достойны самых бурных аплодисментов. Мы обычно начинали наши дни, когда у нас не было экскурсий, с кофе и коктейлей на террасе, и поднимались в бар сразу после завтрака, чтобы попробовать тот коктейль и пирожное, которые еще не пробовали. После коктейля, насладившись видами, которые показываем вам, мы шли к морю на пляж, к тому месту, где удобнее было проплыть до пирса с яхтами и катерами, и где особенно много было подводных обитателей. Перед ужином мы часто приходили на террасу Panoramic Bar, чтобы посмотреть на закат над морем и игру лучей заходящего солнца. Это были красивые моменты, которые никогда не приедались. А ночные виды были еще более прекрасны. Вечерами на террасе мы играли в наши любимые игры «Уно» и «Семь драконов». Но больше всего нам понравился бармен в Panoramic Bar, который готовил самые различные коктейли. Быстрота работы бармена тоже завораживала. Посмотрите, какая у него все-таки непростая работа.
если вы в комментариях угадаете название и ингредиенты этих коктейлей, то мы еще назовем вам и имя этого замечательного бармена, чтобы, если вы вдруг окажетесь в этом месте, могли сказать, кто должен сделать вам самый вкусный коктейль. В случае панорамик бар отеля Rixos был одним из самых ярких и запоминающихся мест отеля, куда хотелось бы вернуться еще раз. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч!